Привет, мои друзья, привет, мои любимые слушатели. Все с Новым годом, с Рождеством. Начался Новый год. Вот приехали в Российское авторское общество. Как думаете, зачем? Делами заниматься. Вот он, долгожданный альбом «Птичка». Мы его зарегистрировали сегодня. А помимо еще этого, мы также навели справки для всех, кому принадлежит песня. Ты знаешь, так хочется жить. Автор тот же. Привет всем! А у нас снега нет, листья упали. Хочу с вами поделиться хорошими новостями. Ну, с чего год начался? Начали делами заниматься. Вот в Российское авторское общество съездили еще раз. О себе напомнили, чтобы всем остальным напомнить. Вот. Ну и также приятно, что компания YouTube, ее руководство выслало нам серебряную кнопку. Представляете, ребят, вот такая радость, да. Придется еще больше, еще лучше трудиться, выкладывать больше хороших, добрых материалов. Так, ну у нас приключения продолжаются. Мы дальше идем за нашей кнопочкой серебряной от Ютуба. Вот куда-то туда. Ну что, родные мои, ну, конечно, вот мы съездили, получили нашу серебряную кнопку. Так что Ютуб рулит творчество, рулит. И символично поехал за этой кнопкой, ребят, да? Союз нерушимый. По республике свободу. Все, поехали дальше творить и радовать наш весь отдел. Ютуб, спасибо. Привет, друзья! Здравствуйте, наши слушатели! Канала Генс 33 и нового канала Рождество Холл. Мы хотим с вами поделиться всей вот этой радостью. Есть видео, где мы ехали за вот этим прекрасным творением. Вот. И вот сейчас мы выпускаем такой ролик. Мы хотим поблагодарить руководство канала YouTube за то, что они делают правильное дело. Хотим сказать от всей нашей команды YouTube канала Генс 33 большое спасибо. Большое спасибо Сьюзен Бойчике за то, что вот не просто так эта кнопка всем дается, а вы ее даете конкретно за какие-то определенные дела, за какие-то достижения, за то, чем этот канал живет, что он пропагандирует. Да? И я смотрю многие работы наших коллег на YouTube канале, ролики различных людей. Большое вам спасибо, YouTube, вот за эту награду. Мы будем дальше продолжать делать нашу работу в том же духе, чтобы мы дошли до золотой кнопки и до всех остальных. И огромное спасибо я хочу сказать всем тем, кто смотрит наш канал, кто слушает группу Рождество. Друзья, мы вас любим. Всех вас с Новым годом, с Рождество. И эта кнопка, по большому счету, принадлежит вам. За YouTube, за нас, за Новый год, за все самое лучшее в нашей стране, что было и еще будет. Обязательно, да? Ура!